стрит-рейсеры прутся от МГУ. Ведь именно рядом с ним находится культовое место уличных гонщиков, смотровая площадка или просто смотра. Они вот уже 11-й год собираются здесь, чтобы, как говорится, себя показать и других посмотреть. И, конечно, больше всего я офигел от того, когда я попал просто-напросто в пробку из синих тачек. Тут вам и нереальные меренные, и адско просто прокачанные тазики, и различные япошки. И все люди, в принципе, на смотре такие на позитиве. То есть ребята просто приезжают пообщаться, чуть-чуть попонтоваться, ну и в целом хорошо провести время. До недавнего времени единой виртуальной площадки для стрит-рейсингового сообщества в сети просто не было. Поэтому у известного в кругах уличных гонщиков Эрика родилась идея создать единый портал. И назвал он его, правильно, smotra.ru. Через 7 месяцев появился сайт, который ежедневно посещают 25 тысяч юзеров. Мы нигде себе не рекламируем. Это чисто сарафанное радио. Мы боимся. Вот когда мы сделаем рекламу, мне кажется, у нас просто серваки просто сгорят все, потому что одновременно зайдет огромное количество людей. Неудивительно, ведь юзеры могут найти здесь все, что угодно. От блогов и афиши мероприятий до собственного онлайн-радио и даже адресов курсов вождения. По сути, это ресурс не только для стрит-рейсеров. Одних только женщин на сайте зарегистрировано 1000 человек. А ведь женщина – это чуть ли не враг номер один для автомобилиста. Юльчик, оторви этому гондону зеркало! Вот если вас посадить на большое ядро, надеть вам каску и вы пульнете из этого ядра, то вы же понимаете, что вы летите, а ваши мысли там, метров за 800. То есть вы примерно прикидываете, не знаю, куда я сейчас там поднимаюсь. Да? Вот у женщины вот этой логики нет. Она не просчитывает, что там. Она смотрит, что здесь. Ой, ядро. Ой, ржавое. То есть примерно будет это вот так выглядеть. Съезди, посмотри, как вот это ведро ездит. Тем не менее, smotra.ru – это все-таки прежде всего место встречи стрит-рейсеров. Тех, кто пролетает Садовое кольцо за 3 минуты на скорости за 300 км в час. Для тех, кто устраивает нелегальные гонки и участвует в них. Тех, кто признается в том, что нарушает правила дорожного движения. В общем, таких, как Эрик. Да, я отморозил. Я хулиганил, я превышал скоростной режим, я очень быстро не подъезжал. Да, это так. Ну чё, разойдитесь, пидорас. Кому выйти дать по хвосту? Правда, стоит отметить, что за все время своих сумасшествий Эрик ни разу не попадал в аварию. Все потому, что настоящий стрит-рейсер к своим гонкам подходит с головой. Например, всегда пристегивается и никогда не употребляет алкоголь за рулем. И со здоровым чувством юмора. Как раз таких людей и рады видеть не только на сайте smotra.ru, но и в сообществе стрит-рейсеров. Приходите к нам добром, и мы вас не отпустим. Эрик Давидович и smotra.ru специально для программы «Телепорт».